Уважаемые односельчане, дорогие, мы вас поздравляем с праздником, с Днем Победы. Желаем вам здоровья, чтобы в мире в нашем мы не знали, что такое война. Чтобы наши дети не знали, что такое война. У кого есть внуки, внуки, чтобы не знали. Потому что бабушка у меня дружинка, она рассказывала, что такое пришлось прожить, как это очень страшно. Поздравляем вас с праздником, желаем здоровья, счастья, чтобы мир был в небе нашем. Администрация муниципального образования сегодня дружинки в тылу, у нас их очень мало осталось, мы их поздравили пальками. Дорогие друзья, мирного неба вам, спокойных дней, ярких, теплых рассветов, и чтобы все в нашей жизни было по-мирному. С праздником Победы вас!